Короче, закончили мы с сыном наш проект семейный. Собрали мы волжанку. Все крутится, бегает, вертится, жужжит. Все отлично. Единственное, что было, это все очень сложно. Если вы задумаетесь заниматься собиранием из двух машин одну, как минимум у вас должен быть самый главный инструмент в арсенале. Это много терпения. Уезжали с гаража в 3 ночи, в 2 ночи, в 4 ночи. Приезжали туда рано, еще солнце не вставало. И так вот у нас ушло 3 недели. И это не учитывая то, что 3 месяца я ездил по вечерам, готовил корпус. Варил, красил, обрабатывал. Вот, то есть 3 недели еще перекидывали, устраняли недостатки. Если где-то что-то нам не нравилось, мы тут же меняли. Окошки, стеклышки, лобовое, заднее, все сразу меняли, резиночки новые ставили. То есть работы проделано очень много. Вот. Все масла позаменяли, тросики ручника, подвески, колодки. То есть лезли абсолютно везде. Зато теперь, ну, как бы, очень приятно управлять автомобилем. Тут как будто машина с завода вышла. То есть все отрегулировали, сцепление, тормоза. Все трубочки тормозные новенькие, шланжики тормозные новенькие. То есть, ну, уже лезли основательно, скажем так. Вот, единственное, что вот не хватало, это терпение. Потому что каждый раз хотелось сделать, ай, пойдет, потом поменяем. Ну, голова понимала, что это все останется еще на год, на два попозже или когда сломается. Поэтому уже лезли во все. Как-то так. Красили сами, все сами делали полностью. Причем красили вообще на улице. Погода была хорошая, солнышко, но это был и минус, потому что пыль подымалась очень легко. То есть машина рядом проезжала, сразу пыль подымалась. Вот. Ну, однозначно приняли такое решение, что красить все равно будем, потому что, ну, лучше, чем когда она ржавая, а она была в круг ржавая. Вот. А теперь уже приятно на нее и посмотреть, и на ней двигаться. Вот. А спойлерочек поставили. Аккуратненький такой. И вот это стеклышко вообще просто бомба. Тонировочка зеркальная. С КГБшной машины. Знакомые позвонили, что машина была в утиль. Вот. И отдали мне тонировочку, так как у меня волжаночка. Вот. Ну а так, в принципе, вот. Труд, конечно, колоссальный, честно вам скажу. Надо запасаться терпением, выдержкой. Ну и желательно, когда гараж на два места. Тогда вообще удобно. Так как мы выкатывали, закатывали то одну машину, то вторую, было крайне неудобно. Все, всем удачи в их проектах. Ну, делай сам.